Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. И сегодня у меня такое супер видео. Релакс, не релакс, не знаю, как назвать. Для кого-то это будет релакс, для кого-то это просто ознакомительное видео с моей, немножко из моей жизни, деталей. И для себя, как будто это видеоотчет для меня, что у меня за это время происходило, с кем я общалась, что я смотрела. Ну, в общем, начинаем. Первым делом хочу поблагодарить тех друзей моих, с которыми я общаюсь, взаимодействую, они меня вдохновляют. Вы знаете, что на 90% наше окружение на нас, конечно, влияет, и те качества, которые есть у них, скорее всего, есть в какой-то степени у меня. Какие-то качества я бы хотела в себе приобрести и учусь у них. Первым делом передаю привет Света, СВ студия, у нее студия, турагентство свое, и мы с ней очень классно дружим, взаимодействуем, наши доченьки дружат, Настя и Надюша моя. И почти каждый день мы общаемся, видимся и вдохновляем друг друга. Также хочу передать привет Ксюше, СК Vocal Studio, у них вокальная студия с ее мужем Женей. Мы часто взаимодействуем, и вот сейчас последняя новость. У них в студии, значит, начала заниматься... Ой, боже мой, бог помилуй. Короче, начала у них заниматься Катя Асача со своим мужем. Онлайн у них новая технология получилась благодаря этому коронавирусу. То, что можно теперь заниматься через онлайн и обучаться и фортепиано, и вокалу. Короче, на любом инструменте у них можно обучаться. Так, и сейчас мы начали смотреть с ними, они мне супер сериал порекомендовали. Мы начали вместе с ними смотреть. Называется «Власть». «Власть в ночном городе», спродюсировал этот сериал американский рэпер 50 Cent, мы его знаем как 50 Cent, а так его зовут Кёртис Джексон. Обалденный сериал про ночные клубы, про мафию, в общем, про супер жизнь, про деньги, про власть. Посмотрите, всем рекомендую. Также передаю привет дальше. Это моя сестричка Алена, вдохновительница моя, доченька Надюша и мамуля моя. А также дальше продолжаем по друзьям. Ириша. Ира, это дочки наши, Аня у нее и Надя, учатся в одном классе. Ира мой продюсер, можно так сказать, моя вдохновительница. Супер, нравится мне с ней общаться, мы с ней единомышленники. И Ириша, люблю тебя, передаю привет. Также Алла Кузнецова, успешная, классная, супер женщина, у которой я тоже учусь, обучаюсь и вдохновляюсь. Алуся, приветик. Также Наташа Арсений, у нее сын Арсений, это так помечаю. Натали, приветик, дружим с тобой хорошо. И Танюша, дочка Маша у нее. Танечка, большой тебе привет. Давай выходить чаще, общаться, дружить и гулять вместе. Мы так хорошо это вместе делаем, прогулки наши с тобой. Также Оксана, у которой муж Сережа, дочка Алисочка и сын, у них недавно годик сыну Семен. Оксаночка, люблю тебя, целую. Также хочу передать Игорь, мой друг Игорь, который, кстати, очень классный, мне порекомендовал классную книгу, которую я уже прочла, Брэма Стокера «Скорбь сатаны». Название не очень, а сама книга просто потрясающая, о власти, о деньгах, и каждый найдет себя в главном герое, увидит. И она действительно заставляет задуматься, есть над чем поразмышлять, книга просто бомба. Происходят события в 19 веке, все красиво, шикарно. Я, например, книги читаю онлайн, аудиокниги, мне так легче, я занимаюсь своими делами и параллельно слышу этот голос. И он же, Игорь, мне порекомендовал, называется книга «Крейцерова соната», Лев Толстой. Но я ее начала слушать примерно половину, может быть, меньше половины прослушала, но как-то она у меня не пошла, может быть, я к ней вернусь, посмотрим. Говорят, что там дальше интереснее будет развитие. Так, ну это классика.
Также передаю привет Косте, другу моему из Испании. Он живет в Испании. Костя тоже вдохновляет меня, следит за моими видео. Спасибо, Костя. Так, и передаю привет всем, кто меня смотрит. Конечно, мои зрители из Ютуба, из Инстаграма, кто следит за мной. Вы тоже очень сильная поддержка для меня и вдохновение, и мое счастье. Будьте со мной, оставайтесь со мной. Я вам очень рада и благодарна за то, что вы есть. Так, что еще? Так, то, что я не могу и не хочу работать, я вам хочу сказать. Это обо мне такие факты сейчас небольшие будут. Также я ориентируюсь хорошо во времени. Кстати, у меня один из моих любимых фильмов «The Time», где Тимберлейк в главной роли. И Киллиан Мёрфи, мой любимый актер. Так, «The Time», посмотрите, фильм классный. Так, в чем я ориентируюсь еще? В размерах хорошо я ориентируюсь. И также интересный факт обо мне, что я не могу тикающие часы, когда они хоть не, ну, короче, вы поняли, которые издают звук, вот этот тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, я не могу их переносить. В общем, я их удаляю из комнаты, убираю, снимаю со стенки, если таковые имеются. В общем, спать и находиться в такой с тикающими часами я не могу. Напишите мне в комментариях, у кого тоже есть такие пунктики, интересные факты о вас, очень интересно. Также у меня необычный факт, это у меня на мизинцах, вот мои мизинцы, и на них тут 4 линии, а тут всего лишь 3. Посмотрите, как это необычно, и при сгибе получается вот так. Ой, как показать, не могу выкрутить руку, вот. Такие у меня необычные мизинцы. Так, расскажи про свои страхи. Это вопросы мне задавали. Я сейчас немножко по страхам пройдусь. Я боюсь высоты, боюсь из насекомых, никого не боюсь. Правда, вызывает у меня отвращение вот эти гусеницы, какие-то разные червяки. Вот это вот я не люблю. Также об уверенности в себе хочу сказать, что люди, которые подвержены влиянию извне, то есть у них не самооценка, а общая оценка влияет на их самооценку, как бы так сказать. Не стоит прислушиваться к мнению окружающих, именно то, что касается вашей внешности, вашего ума там или чего-то еще, поэтому только свою самооценку вырабатывайте. И если самооценка у вас понижена, и, кстати, она бывает либо адекватная, либо не очень адекватная, и в разной ситуации по-разному раскрывается. И интересный еще момент хочу с вами рассказать вам, какие установки такие по деньгам, по успеху, блоки негативного плана установки, которые мешают нам дальше двигаться по жизни. Это начнем. Чем больше денег, тем больше проблем. Сказки не бывает. Трудно в учении, легко в бою. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Это смысл тут такой, что и так довольствуемся тем, что есть, и в принципе нам ничего не надо, потому что мы и так счастливы, и так хорошо. А на самом деле нужно повышать свою норму. У кого деньги, тот и главный. Это тоже такая типа установка, но это не так. Бедность не порог. В тесноте да не в обиде. Для счастья деньги не нужны. Я счастлива без денег. Старость не радость. Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото, кто-то такое говорит. Деньги приходят нечестным путем. Богатые злые, богатые жадные. В общем, это такие установочки, от которых стоит избавляться, но для начала их стоит выявить и признать, что такие установки имеются в вашем арсенале, которые мешают продвигаться по жизни и идти счастливым путем. Так, их стоит трансформировать, выявить и трансформировать.
также хочу с вами обсудить тем, что я пользуюсь продуктами. Вот эта вот сыворотка, я сделала на нее обзор, посмотрите. Очень классная, с гиалуроновой кислотой. Обалденная сыворотка. Тут суперкомпоненты сертифицированные. Вы поняли, что увлажняет кожу, разглаживает морщинки. Также Ксюша мне подарила вот такую маску для волос. Вот такая капсула, ее надо развести с маской. И это хромоэнергетический комплекс. Estelle Professional, фирма Estelle Professional. Буду делать эту масочку с удовольствием. Спасибо, Ксюша, благодарю, благодарю. И вот такая у меня супер помада красная. Может быть, накрашу сейчас. Или не буду. Давайте накрасим. Вот такая супер классная помадка. Также вот такой серум у меня. Blue Therapy Biotherm. Серум для... тоже для увлажнения кожи, для, ну, короче, супер тема такая. Также я пользуюсь кокосовым маслом, которое сюда кокосовое масло, это в Клиник, коробочка от Клиник, от моего кремика предыдущего. И духи, по духам делают у меня запрос, девочки, спасибо большое, буду снимать о духах обязательно. И вот в такой супер коробочке у меня Лоран Мацоне, сейчас на повестке дня у меня вот этот супер ароматик, которым я пользуюсь уже несколько дней, супер классный, обалденный аромат. И что еще, такой у меня антураж здесь. Накрутила волосы недавно, попробовала, как мне с такой с накруткой, необычно, да, потому что вы привыкли меня с ровными волосами видеть. Короче, пишите себе, вот такие я пишу себе в тетради желания, дату желания, сколько на канале у меня подписчиков уже, как будто все это есть, спокойная уверенность, и это норма для меня. Вот все, что как бы нормально будет для меня, и уже как будто это нормально. Это вот тут, какую я машину хочу, мечтаю о Тесле, благодарю, благодарю, так. И то, что я звезда Ютуба, я мечтаю быть, что я написала уже 2 книги, они бестселлерами стали. Что я прорабатываю свои установки в Мастер Кит, вы знаете, что я проходила такие и на всех уровнях. Прохожу тренинг у Павла Дмитриева в Майами, мечтаю. У меня свой супербизнес, приносящий мне каждый месяц $10 000. И каждый месяц эта сумма растет с геометрической прогрессией. Что я счастлива. Путешествую по разным странам. Франция, Германия, Швейцария. Учу английский. Кстати, как учить английский? Новый лайфхак. Ставите в фоновом режиме себе английский, новости на английском, значит, новости CNN, например, и они в фоновом режиме вам откладываются на подсознательном уровне, и параллельно вы учите некоторые слова, заучиваете с переводом, так. Что я свободно уже говорю на английском, у меня моя цель такая, и English, I learn English every day online. И My English Fluently. Также у меня моя собственная квартира 120 квадратных метров в новострое на Научной в Харькове. И я владею шикарной виллой на Шатиловке. Я сделала шикарный ремонт моей маме. Каждый месяц отправляю ей в новую страну отдыхать. Я даю маме каждый день $500. Она счастлива и выглядит на 20 лет моложе. И занимается любимым делом. И Наденька, моя любимая, всегда со мной рядом, моя Надюся. Люблю тебя, целую. Так. И все, в принципе, на этом все. Если что-то не успела сказать, договорю вам в следующем видео. И ждите от меня новый обзор. Я с вами, любимые мои дорогие. Всем пока. Пока-пока.